Ярня – древнейший праздник марийцев, он соответствует русской масленице. Это праздник проводов зимы и встречи весны. Обряды были направлены на пробуждение природы и возрождение плодородных сил земли, достижение хозяйственного благосостояния и семейного благополучия. Марийская масленица в селе Редькино, Краснокамского района, Республика Башкортостан. Национальный обрядовый праздник у Ярня ведет начало с древних времен и также празднуется сегодня. В конце зимы марийцы проводят праздник, во время которого провожали повелительницу холода и встречали солнечную весну. Это праздник Марийская Ярня. У нас проводится каждый год. Ярня – это у нас масленица по-русски. Мы сегодня провожаем масленицу. Марий Ярня ужатына. Модерна, боштылына, мурына. Песни, пляски, игры также. Сжигаем костер по обычаю марийцев. У всех чучело сжигает, а у нас вот сжигаем мы костер, в этот костер кидаем, у кого что болит. Если у меня голова болит, я выкину и сожгу платок свой. У кого ноги болят, носки выкинем, или сапоги, или что-то. Ну, понятно. Так что очень погода удалась. Это мы первый раз еще проводим, как бы пробный, это очень... Быстро мы набрали вот это, столько людей собралось, дети собрались. Очень весело, очень красиво, аккуратно. Ну, надеемся на то, что следующий год у нас еще больше людей соберется, больше народу будет, больше веселья будет, больше большой праздник будет. Надеемся мы на это. Всех вас зовем. Краснокамский район, село Редькино. Праздник Ярня будем проводить. Даст Бог, Аллах берсе, юму пуиренган, и ярня убак жатшуйна. Кажна и. Yeah!
руки еще раз, руки вытянули. Так, на счет три. Раз, два, три. Побежали! Так, чья сковородка ближе была быстрее? Вот, красной куртки все-таки. Вы не скромничайте, мы всех... Каена ме дискотекас. Эркени лана терза мунжал кишки яндарка васне. Ошкал колта ялгор нестер сесе. Тана ямле тана бывит вокте. Шве, эй, мам, подаш, шве, подаш, 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 подаш. Я достал.